Уборка зерновых идет полным ходом на полях Курской области. В регионе уже намолочено более 400 тысяч тонн зерна при средней урожайности свыше 36 центнеров с гектара. Глушковские, Беловские и Суджанские хлеборобы по-прежнему в лидерах. Они сохраняют самый высокий темп уборочной и высокие показатели урожайности – от 40 до 50 центнеров с гектара. С опережением плана, перевыполнив дневную норму по обмолоту, работают земледельцы Большесолдатского, Глушковского, Курского, Рыльского, Льговского, Медвинского и других районов области.